Информация была размещена на сайте госуслуг 26 марта. На сегодня все путевки уже забронированы. Первая смена начнется в июне, сообщили в ГАУК, отметив, что правительство Москвы сохранило объемы финансирования, несмотря на экономическую ситуацию. Учреждения поясняют, что юные москвичи будут отдыхать в детских лагерях «Олимпиец» и «Жемчужина». Дети в сопровождении родителей будут приезжать в пансионаты «Славянский», «Черное море», а также санаторий «Анапа».